Нечто купила, а нечто и прихопила. Октябрьский районный отдел внутренних справ шукает женщину, якая может иметь дочинение до крадежу у магазине. Камера видеоназирания одного из объектов буйной гандлевой сетки, размещенного на улице Советской, заховала момент, как подозренная кладе выкраденный с прилавка товар до себе у сумку. Спрыт рук она проявила одразу ж, как только от яе дошла администратор. А до этого долго ворушилася, перебираючи продукты на полицах. А вось еще несколько эпизодов. Яе сумка, здаецца, сместила частку харчового кошика. Прикметы подозронной на выгляд ее 30-35 годов, среднего телоскладу, была опранута у бежевый пинжак и штаны, туфли у тон и зеленую майку. Усіх, хто познал эту громадянку, супрацовники районного отдела внутренних справ просить поведомить про гэта по номеру телефона, який вы зараз бачите на экране, альбо 102.